2 года и 5 месяцев. Начали мы работать с Давидом 5 января 2017 года. За это время у нас прошло 3 сеанса. Четвертый никак не можем дозвониться до нашего доктора. После первого же сеанса я заметила у своего сына каждый день какие-то продвижения. Нельзя один. После первого сеанса, Давид, вы уж простите, пожалуйста, я совмещу сейчас несколько лет. После первого сеанса мой сын стал очень четко откликаться на свое имя. Если мы до этого... Дим, вытащи изо рта. Вытащи. Нельзя. Это что такое? Если до этого мы его звали Дима, Дима, и он откликался на 5-й, на 6-й раз, а мог вообще не откликаться, то сегодня... Дим, вытащи изо рта. Вытащи. То на сегодняшний день ребенок четко знает свое имя, и он на него четко откликается. Что еще у нас произошло? Димка стал очень хорошо реагировать на людей. Если до этого... Дим, маме больно, Дим. Если до этого, да, играли ребята, играли там деревушки, он не обращал на них вообще, то сейчас он начал следить за поведением людей, он начал следить за жестами, за мимикой. Вот, когда, вот видите, да, когда мы разговариваем, он стоит рядышком, он вот заглядывает. Ему интересно, что там происходит. Я здесь, да, вижу тебя. У нас Димка раньше не обращал вообще внимания на зеркала. Сейчас же мы подходим и смотрим, целуемся в зеркало. То есть, да, тоже у нас этого не было. Начали мы потихоньку приучаться к горшку. Очень радует, очень положительно, очень прям не было, да, и всегда я хотела, чтобы ребенок начал ходить быстрее бы. У Димки очень сильно изменился взгляд. Если раньше было, знаете, как вот дымка, да, он смотрит, но он понимает, что он смотрит не на тебя, не в тебя, как-то вот мимо, то сейчас он очень четко подходит, да, и если что-то нам, кстати, если нам что-то надо, то мы стали тянуть за ручку, он показывает то,